На ульяновском предприятии металлоконструкции открылся второй цех горячего цинкования. Сам завод входит в пятерку лидеров региона по экспорту продукции за рубеж. Второй цех нужен был для повышения конкурентоспособности предприятия. Ввод в эксплуатацию второй ванны снизит издержки на цинкование в структуре себестоимости производимой продукции до 25%, что позволит удерживать цены на продукцию на конкурентном уровне. Это был сдерживающий фактор в развитии предприятия. То есть у нас уже имеется аналогичная технология, и мы просто сдерживались технической составляющей. Поэтому спуском новой ванны мы свои объемы производства увеличим в 2 раза. Увеличится и количество рабочих мест на 60 человек. Ульяновская продукция востребована в Европе и СНГ. Причем технологии, применяющиеся у нас, считаются лучшими на сегодняшний момент. Налоговые суммы, уплаченные в бюджет региона, вырастут пропорционально объему производства. У меня есть огромная честь сегодня по поручению руководства Ульяновской области, органов государственной власти, регионы нашей страны поздравить вас всех здесь собравшихся, и кто непосредственно работает на этом предприятии, тот, кто приехал из разных уголков Российской Федерации, с наступающими новогодним праздником и, конечно, замечательным событием, знаковым событием, причем не только для города или Ульяновской области, но и для Российской Федерации. Ванна вмещает в себя около 450 тонн цинка. За год в ванне смогут производить более 60 тысяч тонн оцинкованной продукции. Благодаря новому цеху производительность 2 ванн составит 300 тонн в сутки. Павел Половов, Александр Кудряшов, новости Ульяновской правды.